не хватило опять во втором периоде. В первом сыграли хорошо, во втором начали начало плохо. Плохо сыграли, в общем, первые 10 минут. И опять надо отыгрываться, опять надо играть, давить. Не знаю, в чем проблема. Надо концентрация на второй период нужна. Рокировка голкиперов как-то повлияла на команду? Да, в принципе, нет. Но у нас голкиперы равные, так что я думаю, что нет, не повлияло никак. С какими мыслями выходили на третий период? Все-таки уже выступали на тот момент в счете. С мыслями, что надо забить гол, и тогда игра поменяется, и, может быть, где-то додавим соперника, но не получилось. Не знаю, пропустили тоже тот же обидный гол на контратаке, и все. В первом периоде мы даже перебросали соперника, а потом как-то все пошло по наклонной. С чем это связано? В принципе, я думаю, что за счет удалений игра поменялась. А в чем сейчас нужно прибавлять, чтобы в следующей игре с ЦСКА добиваться нужного результата? Да, в принципе, надо так же играть, то есть, чтобы было огромное желание. Оно у нас есть, будем выходить на матч и биться, отступать нам некуда. В принципе, надо выходить и набирать очки. Плей-офф уже для нас начался. Понятно, что сказывается нехватка лидеров многих, которые травмированы. Кто сейчас готов взять на себя вот это бремя? Да, каждый должен в себе этого лидера найти, то есть подтолкнуть и выходить и биться за других ребят, которые травмированы. В принципе, у нас команда не выигрывает ни имена, ни фамилии, а человек, который выходит на лед.